Всем привет, с вами Моги, и сегодня снова прохождение игры «Молодежка, смотри и играй». Это у нас уже четвертая часть, с вами Моги, и давайте начнем. В прошлой части мы проиграли Лисам, самой плохой команде, и походу тренер от нас ушел. И теперь нам нужно отправиться в буфет Ледового дворца. Сейчас узнаем зачем. Давайте, конечно, туда отправимся. Ну а вы пока ставьте лайки, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, конечно же. Такс. Егор, ты что такой хмурый? Это всего лишь игра. Подумаешь, проиграли. За это я тебя люблю. Зато я тебя люблю. Да? Шестое поражение подряд. Николай Степанович наш тренер не выдержал позора и уволился. Тоже мне горе. Возьму другого тренера и вообще идем в кафе, угостишь меня мороженым. У меня болит плечо. Видела, как меня во время матча абортик приложили? Я даже не предлагаю тебе... Я же не предлагаю тебе отжиматься. Давай просто погуляем. Марин, ну вот честно, не до тебя. Погуляй без меня. Сердито шепчет. Я-то погуляю, вот только тебе мои прогулки точно не понравятся. Так, теперь Егор приходит в себя после поражения в матче, а Андрей ищет утешение в женских объятиях. А теперь мы играем за Андрея Кисляка. Давайте. Кислый, дай пройти. Девушка, далеко собрались? Гулять, а что? Одна или с кем-нибудь? Сегодня рекомендовано одной. Вас подвести? А, подвези. Выходит с Кисляком из Ледового. Так, давайте. Проведите свидание с Мариной. Ну что, котик, готов провести незабываемый вечер? Можешь не сомневаться, я так долго этого ждала. Значит, свидание. Ясно, короче, сейчас я с ним. Ну что, Андрюшенька, готов к серьезной игре, раз уж мы оказались вдвоем у тебя дома, этим нужно воспользоваться. Детка, я этот шанс не упущу, даже не сомневайся. Может, устроишь мне экскурсию по своей квартире? Предлагаю не отвлекаться на мелочи и начать от спальни. Хорошая идея, кстати. Как тебе моя кофточка? Просто супер, но без нее ты будешь еще привлекательна. Вот оно что. А вдруг я без нее замерзну? Со мной тебе будет жарко, обещаю. А ты всегда выполняешь свои обещания, Андрюша? У тебя будет возможность в этом убедиться. У нас вся ночь впереди. В таком случае не будем зря терять время. Тратить время. Да, все, давайте уже. Андрюша, это было просто супер. Че, уже все, что ли? Я совсем выбился из сил. Если мы сейчас не перекусим, я упаду. Головной обморок. Кухня в твоем распоряжении. Кислый, ты издеваешься? Я тебе что, кухарка? Ладно, ладно, не шуми, давай закажем пиццу. Ну вот, совсем другой разговор. Я буду гавайскую пиццу. Пока Кисляк развлекает с девушкой друга, Марине напоминает, что у нее есть парень. Кто ей напоминает? Да, все так быстро, конечно, произошло. Маринка, в двери звонят, наверное, пиццу привезли, откроешь? Без проблем, заодно выберу кусочек по аппетитнее, открывает дверь. Привет, кислый, замечает растрепанную касаткину. Ой, Марина. Привет, Кострин, чего тебе? А ты что делаешь дома у кисляка? Не твое дело, так чего хотел? С родителями поругался, думал переночевать у Андрея, вижу, не выйдет. Ну пока. Да, пока уходит. Кислый, я, наверное, не буду ждать пиццу, пойду домой, увидимся. Ну и ладно, мне больше пиццы останется, покидос. Так.
Так, отправиться домой к Марине Касаткой. Давайте отправимся. Почему сначала деньги нарисованы на задание, а потом уже она? Так, сюда надо домой. А где ее дом? Мне вот что очень интересно. А вот. Приятный ветер с кисляком, не повод забывать о собственном парне. Хорошо, что он чувствует вину за то, что нахамил мне. Решено, немножко покапризничаю, чтобы Егор не расслаблялся, а потом позволим ему пригласить меня в спортбар на ужин. Уже язык болит, столько читать. Я обычно столько не читаю. Звоните Егору Щукину. Давайте, позвоним. Легкий флирт. Интересы. Так, Егор. Алло, Маришка, здравствуй, солнышко. Как раз собирался тебе звонить. Марина, я тебе весь вечер звонил. Ты где была? Я расстроилась, что ты отказал со мной погулять после матча. Пришла домой и сразу уснула. Прости, Марин, я не думал, что это тебя так обидит. Ладно, проехали. Сегодня у тебя ужин. Ничего не болит? А, уже. Сегодня у тебя уже ничего не болит? Рука почти прошла. Может, увидимся? Приглашаю тебя в кафе. Ну ладно, давай встретимся. Только ни слова о хоккее. Договорились. Жду тебя вечером в спортбаре. Дайте угадаю, сейчас за Егора будем играть. Нет? Ну ладно. Я, может, потом, может, если что, без записи еще, может быть, заработаю денег в этой игре и куплю что-нибудь из мебели, чтобы было побольше энергии. Ну, потом, если что, без записи, наверное. Начинает время тратить. Так, спереди свидание с Егором. Куда нам надо? Спортбар, да? Надеюсь. Просто, чтобы дойти в какое-то помещение, нужна одна энергия. Нужна. Так, спереди свидание с Егором. Только с кисляком было, тем же с Егором. Марин, может поговорить? Мы можем поговорить? Конечно, Егорушка. Наконец-то можно присесть и отдохнуть. Вымотался во время тренировки. Новый тренер сильно жестит. И как он в целом? Лучше деда? Я слышал, он полный неадекват. Да они разные, их нельзя сравнивать. А от кого насчет тренера слышала? Пост-тесты неправильно, что ли? Ну ладно, я неправильно ответил, Кай. Так, я не понял, зачем тебе кисляк вчера 3 раза звонил? Как зачем? Тебя искал? О, кажется, кто-то ревнует. Марина, зачем он меня искал? Значит, так и ревнуешь, а он всего лишь хотел предложить тебе билеты. Я с какой радостью он звонил тебе, а не мне. Не мог тебе дозвониться, думал, что мы вместе. Допрос окончен. Извини, Марина, кажется, я действительно погорячился. Иди сюда, поцелую. Все. Марина снова обвела Егора вокруг пальца, а Егор должен привести в порядок снаряжение.
Наш новый тренер жестит не по-детски. После тренировки на коньках почти лопнули шнурки, а на коленях покрыт царапинами. Как бы тренер не устроил разгон за качество снаряжения, нужно успеть к следующей встрече привести вещи в порядок. А фраза о сюрпризе вообще напрягает в ряды или тренер поставится на знакомство, скорее всего, нас ждут неприятности. Такс. Наверное, если что, в следующей серии продолжим. В следующей серии, если что, заработаем 300 рублей на новое снаряжение. Наверное, знаете, тогда я без записи, наверное, без записи заработаю 300 рублей на новое снаряжение. И потом еще начну записывать часть новую. Ну, а с вами был Мойки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до свидания, всем пока-пока.